Но сначала вспомним заметные события недели. С обзором Наталья Российская. Клин поддержал областную акцию «Школа ЖКХ нашего двора. Подготовка к зиме». Цель – объяснить детали подготовки жилфонда к отопительному сезону и привлечь общественность к приемке домов. В день акции комиссия из специалистов ЖКХ и общественников проверила 15 домов на улицах Мечникова, Карла Маркса, Пролетарский проезд. Сегодня проходит акция, областная акция «Школа нашего двора» в рамках подготовки к зиме, называется так. Соответственно, были выбраны дома, которые в августе по графику должны сдаваться паспорт готовности. Начинаем с входной двери, да, чтобы был доводчик, чтобы была вторая дверь, пружина должна присутствовать, чтобы зимой это все закрывалось. Не должна течь кровля, должны изолированно быть в подвалах трубы изолированные, да, соответственно, сухо. По результатам проверки на каждый дом составлен акт. Управляющие компании должны устранить замечания в ближайшее время. На самодеятельной начались работы по благоустройству. В зоне внимания тротуары, переоборудованные контейнерные площадки, новые парковки и детский городок. Его уже установили по областной программе «Комфортная среда». Откроют новую площадку, как только застынет покрытие комплекса. В последний день лета в Клину откроется благотворительный рок-фестиваль «Белый цветок». Идея проекта принадлежит известной певице Ольге Кормухиной. Цель – привлечь внимание к общечеловеческим культурно-духовным ценностям. Фестиваль «Белый цветок» развернется сразу на 4 площадках. В программе танцевальные мастер-классы, моноспектакли, литературные шоу, театрализованные программы и многое другое. 5000 ям заделали на муниципальных и региональных дорогах за летний сезон, и работа продолжается. Поставлена задача Министерством транспорта пройти заново, обследовать все наши муниципальные дороги и подготовиться к зиме, тоже провести ямочный ремонт. То есть нам дано время до 18 числа зарегистрировать вновь образовавшиеся ямы. В той же системе с КПДИ, да, будем регистрировать на этой неделе и затем передавать в работу. За лето отремонтировано 11 участков муниципальных дорог, еще 3 обновят дополнительно. Работы уже частично развернулись на проездах Танеева и Демьянова, а также на улице Самодеятельная. Долголетие в Подмосковье. Эта соцпрограмма охватила 350 клинчан старшего возраста. Но задача минимум – научить азам долголетия еще хотя бы 1500 человек. В рамках проекта ветераны посещают спортсекции, путешествуют, поют, танцуют. В общем, творчески развиваются. Человек может и заняться пением, и заняться скандинавской ходьбой, потому что это там такое, разные графики, разные инструктора, разные преподаватели, специалисты. Абсолютно не возбраняется против 2-3 направлений или всех 10. Литейная постепенно избавляется от аварийных домов. На этой неделе начали сносить двухэтажку вдоль шоссе. Далее под ковш пойдут аварийки Клин 5 и Хрущевки на улице Мира. Детские смены в «Горизонте» закрылись танцевальным флешмобом. За 6 недель в муниципальном лагере отдохнули почти 600 детей. Осенью палаточный городок откроется для семей, ну а в следующем году в порядок начнут приводить капитальные здания лагеря. «Я остаюсь» – так называются традиционные рокерские концерты в честь легендарных исполнителей. По инициативе местного рок-клуба они проходят в городском парке и в эту субботу вновь ударили по басам. Это все, что возьму я с собой. В концерте приняли участие 7 рок-коллективов. На вечере вспомнили Курта Кобейна, Егора Летова, Юрия Хоя и, конечно, Фредди Меркьюри. В следующий раз клинские рокеры встретятся в сентябре на традиционном квартирнике. Клинский городской суд ходатайствовал о приобщении к гражданскому делу экс-главы Клинского района Александра Постригани копии материалов уголовного дела и документов проверки в отношении бывшего чиновника. Напомним, в июне прошлого года Александр Постригани был задержан при попытке покинуть страну. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. После месячного перерыва на фабрике «Елочка» вновь закипела работа. Предприятие уже готовится к будущим продажам. На этот раз в тренде хрупкого бизнеса игрушки в стиле ретро, а также терракотовые и лимонные цвета. Продукцию высоковской фабрики узнают по всей России, поставки идут в дальние регионы, а клинские шары украшают знаменитые елки страны. Повышенный спрос на продукцию ожидается в конце ноября. В этом году пчеловоды отмечают малый урожай меда. Дело не только в холодном и дождливом лете. Сразу в нескольких регионах пчелы погибли из-за переизбытка пестицидов на полях.
При таком раскладе опасен и сам сладкий продукт, поэтому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует обязательную экспертизу меда. Мед пчелиный, он как бы подлежит для обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы. Сначала мы смотрим ветеринарные свидетельства, которые приходят в электронном виде, как вся поднадзорная продукция, мед в том числе. Безопасная порция меда не более 130 граммов в сутки. Переедание грозит аллергической реакцией и расстройством желудка. И снова они лучшие. Воспитанники Клинского футбольного клуба «Юниор» с международных турниров привезли сразу 3 кубка. Мы довольны, потому что мы старались. Не главное, какое место заняли. Главное то, что мы старались. Планы масштабной команды заявляются на ежегодный турнир в Йошкар-Олу и осенний чемпионат Москвы.